Всем привет! Вы на канале Вишневое рукоделие. Меня зовут Лена. Сегодня я снимаю для вас отчет по совместному проекту «Авторские истории», который проходит в группе ВКонтакте «Рукодельный ларец». Итак, начнем. Это будет отчет за апрель. И первая работа — Джон Сноу и его волк. Вышивает работу Динара Елубаева. Она ее вышивает с 17 года. И Динара работу закончила. Динара показывает нам свое оформление. Поэтому эта работа перейдет в альбом с готовыми работами. Динару поздравляем и ждем присоединения с другой работой. Следующая работа — городские зарисовки по схеме дизайнера Химера. Динара Шамратова тоже вышивает с 17 года. Отчет за апрель. Вот что было вышито в марте, прошу прощения. Хорошее продвижение. Так держать. Следующая работа, также по схеме Химеры. Так, вышивает Лена Богданова, тоже с 17 года. И у Лены третий пропуск, к сожалению. Четвертый пропуск — это будет выбытие работы из совместного проекта, поэтому, Лена, мы ждем вашего возвращения. Схема от Хает, принцесса Турандот, я так понимаю. Вышивает Екатерина Ануфриева. Итак, посмотрим, что Екатерина вышила. Это отчет за март. Вот что было вышито. И хорошие продвижения. Скоро будет половина работы. 20-й лист готов. Екатерина, вы большая молодец. Дальше. Также схема Химеры, запах Рождества. Надежда Мезина. Девочки, если я произношу неправильно вашу фамилию или имя, пожалуйста, простите меня, и я исправлюсь, просто не всегда понятно, как произносить. Надеюсь, что ошибок не будет. Так, это что у нас было вышито? Отчет за апрель. За март, прошу прощения, и отчет за апрель. Продвижение довольно хорошее. Главное — вышивать, не лениться. Так, слон по мотивам иллюстрации Сейтин Велт. Автор схемы — Надежда Казарина. Вышиваются нитками Перри. Вышивает Анна Коваленко. Итак, отчет отсутствует. Угу. Я так понимаю, что это первый пропуск. Дальше посмотрим, сколько пропусков было. Насколько я вижу, это был первый пропуск. Вот что вышито было в марте. Хобот. Ждем продолжения. Дальше. Юлия Богатова вышивает сталь и золото. Это схема Химеры. Ну, Юлия у нас вышивает много работ. У нее очень много работ в процессе, все они вышиваются. Итак, это что было вышито в марте. И за апрель у Юли хорошие продвижения. Следующая работа, также по схеме Химеры, под песню «Проводов». Елена Кожухова. Так, что у нас было? Было в марте вышито. Ну, тут белый фон. Эта работа довольно сложная, как, насколько я понимаю, очень много белого фона и черно-белый сюжет. Это вышито в апреле. Елена, молодец, так держать. Так, Ульяна вышивает «Аслан 2» от Химеры, очень красивый лев. Так, ух ты, уже появился носик, мордочка. Очень красивый лев, это крестики поближе. Вот что было вышито, ну это в течение апреля Ульяна отчитывалась. Я так понимаю, что вот отчет за март.
И у Ульяны очень хорошие продвижения. Дальше. Так, новый проект. Алые паруса. Кто у нас вышивает новый проект? Марина. Марина Аман. 25% работы готово. Это четверть. Очень здорово. Это отчет за март и отчет за апрель. Дальше. Посвящение в рыцари от Натальи Пышнограевой. Вышивает у нас Светлана Баринова. Что было вышито в марте и вышито в апреле. Очень хорошее продвижение. Авторская схема по фото. Автор схемы Ольга Башкирова. Так. Наталья Бордецкая вышивает. И посмотрим, что было вышито в марте и вышито в апреле. Замечательно. Так. Ирисы и Шмель. Варвара Лесная, автор данной схемы. Вышивает Надежда Лавренова. Надя ведет канал на YouTube. И, насколько я знаю, работа уже готова. Продвижение за март. Угу. Продвижения за апрель не было, потому что работа готова, но Надежда ее сюда не выложила. Так, дальше. Схема следующая. Это собственная схема ромашки. Вышивает с нитками гамма. Я так понимаю, что Лора Власова сама разработала схему для себя. Что было вышито у нас в апреле. Вот, очень хорошо видно. И вышито Угу. Это было вышито в феврале. Правильно. И был отпуск, и теперь вышито в апреле. Очень здорово. Схема двигается прекрасно. Дальше. Семья волков от Химеры. Вышивает Буранова Ольга. Так. И за 2 месяца вышито 30 400 крестиков. Я так понимаю, что здесь по диагонали как-то вышивается диагональная парковка, наверное. Очень красивая работа. Юлия Богатова еще со своей одной работой. Это «Ледяной принц», она его так называет, Деймон Сальваторе. Это авторская схема Ольги Башкировой. Ее нет в продаже. Итак, Юля вышивает у нас это продвижение марта и продвижение апреля. Насколько я помню из видео Юли, уже началась одежда Ледяного принца. Очень интересно посмотреть на готовый результат. Далее Вера Новаторова, повелитель саванны, прекрасный слон от катрусиных рукоделок. Финиш. Вера закончила данную работу. Слон просто изумительный, очень красивый. Поздравляем. Ждем следующую работу. Итак, Жанна Аксенова вышивает у нас работу. Какая красота! Вы посмотрите, глаза и у волка, и у девушки очень красиво. Вот что было вышито в марте и апрель. Замечательно. Так, гордые волчицы, схема Химеры. Алина Хасанова, воздушная флотилия, вышивается нитками ДМС. Так, что было вышито в марте и в апреле? Замечательные продвижения. Желаю успехов и большей скорости. Очень красиво. Итак, в проекте можно участвовать со схемами от Норы Корбет. Также это «Зимняя королева». Наталья Лаломова. Отчет, что было вышито в марте. И отчет за апрель. Продвижения, думаю, видны. Очень красиво.
Яна Викторовна, домик под соломенной крышей от схемы, от дизайнера Химера. И она вышивает. 70% готово. Все, что было вышито в марте и в апреле. Замечательно. Домики уже почти обзавелись крышами до конца. Уже почти. «Хищные горы» Павлова Наталья, автор схемы «Химера». Продвижение Натальи. Итак, март. И что вышито в апреле? Нос практически закончен. Очень красивая работа. Казанцева Ольга, Ашлита, орхидеи. Финиш. Молодец. Очень красивая работа. Перенесем эту работу в альбом с готовыми работами. Поздравляю с финишем. Замечательная работа, очень красиво. Казанцева Ольга. Ашлита, зима, матушка. Итак, что у нас было? Так, в феврале. Все, что было вышло в феврале. В марте отчета не было. И в апреле... Все, что вышито в апреле. Очень красиво. Желаю удачи и большей скорости. У камина по схеме Надежды Казариной. Наташа Евстафьева. Вот что вышито у нас в апреле. Малыши, игрушки. Очень красиво. Это отчет за март. Я думаю, что видны продвижения на лицо. Татьяна Андреева по схеме Натальи Пышнограевой. Корабли. Замечательные корабли. Так, здесь март, продвижение марта и продвижение апреля. Очень хорошо, прям замечательно. Удачи. Наташа Бартенева, зима в деревне по схеме Алены Мещановой. Третий пропуск у Наташи, к сожалению. Четвертый – это выбытие. Вот что было вышито на 1 февраля. Очень красивая работа. Желаю скорейшего возвращения. Ягодный тортик. Люба Воденникова, автор данной схемы, вышивает у нас ее Юлия Цыганкова. Все, что было вышито в марте и в апреле. Юлия читала с 29 апреля, об этом сообщила. Приятного отдыха, Юля, и побольше времени на любимое хобби. Рукодельница, схема Натальи Пышнограевой, и вышивает Наталья Пышнограева. Вышивается данная работа полукрестом, что у нас было вышито в марте, и что вышито в апреле. Замечательные продвижения. Далее, розы и отражения. Автор схемы Наталья Пышнограева, вышивает Ольга Пышнограева. Посмотрим, что у нас готово. Итак, за февраль было вышито вот столько. И отчета не было в марте, за март. Немножко вышито в апреле. Ну как, немножко хорошо так вышито. И очень заметно продвижение. Отражения роз уже видны. Далее, Наталья Пышнограева, вышивает также Ольга Пышнограева, схема Натальи, это так, замечательные цвета, яркие краски, продвижение очень хорошее, удачи. Осенний пейзаж по схеме Химеры, вышивает Алена Леонович, так, все, что было вышито в феврале, и далее отчет отсутствует. Два пропуска. Алена, возвращайтесь к нам, пожалуйста. Краски тропиков по схеме Химеры. Дарина. Итак, все, что вышито в марте. И это продвижение за апрель. Очень хорошая скорость, хорошее продвижение. Побыстрее бы увидеть этих бабочек. Надежда Антонова. Схема от Надежды Антоновой. Свежесть утра. Вышивает Анна Выговская. В этом месяце у нее пропуск. Это все, что было вышито на
1 апреля, то есть отчет за март, первый пропуск у Анны. Далее Мария Тодор, автор схемы, Леврон. Что у нас? Ага, это вступление. Так. Третий пропуск, к сожалению. Четвертого давайте дождаться не будем. Приступайте к работе, отчитывайтесь, пожалуйста. Вероника вышивает уголок на кухне от СТ. Замечательно. Так, что у нас было вышито в марте? Угу. Кувшинчик появился. И вот продвижение апреля. Очень интересная вот эта техника, если вы видите зигзагом, да, парковка. Это для того, чтобы не видно было стыков листов. Три четверти медного красавца, Вероника говорит, готовы. Ну, красавец, действительно красавец медный, очень красиво. Дальше, Словентия Про, Светлана, автор схемы Алена Мещанова, это клубника, такая сочная и вкусная. Так, 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 это все, что было за март. И за апрель немножко Светлана продвинулась, но лучше чуть-чуть, чем ничего. Схема Елены Горбаневой. Натюрморт Бугенвиль. Вышивает Эмилия Агадзаяне. Я прошу прощения, если я неправильно прочитаю, поправьте меня. Итак, Эмилия, очень красивая у вас работа. Все, что было вышито в марте. И вот продвижение апреля. Очень красиво. Дальше. Домик мечты. Это моя работа. Меня зовут Елена, я напомню. Вышивала я совсем немножко. Это продвижение за апрель. И вот что у меня было вышито в марте. Сейчас эта работа у меня двигается намного быстрее. Эльфийка и зеленый дракон. Так, Дана Единюк, насколько я помню, это схема от Химеры, надо будет уточнить. Итак, так, 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 это за апрель, продвижение за апрель. Угу. Дана не смогла вставить фотографии. У нее я отметила один пропуск. Разберемся с этой ситуацией. Сейчас уже все работает. Угу. Понятно. Хорошо, мы разберемся с этой ситуацией. Так, дальше. Рождественские подарки. Вышивает Наталья Лаломова. Что у нас было вышито в апреле? И вот настолько работа продвинулась в марте, вернее, было в марте, это в апреле. Хорошо. Татьяна Бондарь вышивает летний букет от Светланы Сичкарь. Очень красивая работа. Так, продвижение за март. Угу. Работа готова. Прекрасный букет в маяке. Очень красиво. Работа переместится в альбом с готовыми работами. Автор схемы Ксения Адоньева, «Леопард». Вышивает Ирина Маркова. И что у нас было вышито в марте? И продвижение за апрель. Очень красивые пятнышки. Далее Юлия Мостовая. «Спас на крови» по схеме Эшлиты. Угу. Красивое небо, такие переходы очень реалистичны, но я представляю, как это трудно вышивается. Хотя, может быть, и не очень-то трудно. Так, работа начата с нуля. Угу. Хорошее продвижение, желаю удачи. Вера Новаторова вышивает бездонную синеву по схеме Химеры. Что у нас было вышито в марте?
И продвижение за апрель. Очень красиво. Работа грандиозная, большая. Все работы здесь очень большие, красивые. Также Вера Новаторова вышивает еще один процесс воробушки по схеме Надежды Орлюк. Воробушки закончены. Так, все, что было вышито в марте. И в апреле уже появилась готовая работа. Поздравляем! Альберт Эйнштейн по схеме Химеры вышивает Ирина Кравченко. Так, что вышито было на март и продвижение в апреле. Очень хорошо, очень хорошее продвижение. Рагнар по схеме Химеры вышивает Натали Воронцова. Так, Натали сказала, что она в отпуске. Все, что было начато и вышито. Натали, желаем возвращения вашего, ждем, потому что схема очень красивая. Натюрморт с мандаринами по схеме Натальи Пышнограевой вышивает Наталья Пышнограева. Что вышито в марте и продвижение в апреле. Очень хорошее продвижение, картина получится замечательная. Очень яркая, столько фруктов. Итак, далее. Голубой тигр по схеме Надежды Казариной. Где у нас отчет? Это продвижение марта и продвижение апреля. Очень хорошее продвижение началось. Видна уже голова тигра. Юлия вышивает портрет мамы по схеме Алены Сережкиной. Посмотрим, что у Юли готово. Итак, на 5 апреля, то есть что было вышито в марте. И очень большие продвижения в апреле. Юля, поздравляем, так держать. Следующая работа Екатерины Перченко от дизайнера Антонины Третьяковой. Это восточный календарь. Так, за март. Продвижение за март. И продвижение за апрель. Вышелся один персонаж, это змейка. Екатерина, поздравляем. Следующая работа «Любимый сад» от дизайнера Натальи Черепановой. Вышивает Натали Воронцова. Это ее еще один процесс в данном проекте. Так, вот что было вышито на начало мая. Это работа апреля. И все, что было вышито в марте. Очень хорошие у Натали продвижения. По схеме Химеры «Синички на яблоне» вышивает Татьяна Прокольчева. Продвижение апреля у вас на экране. Далее букет земляники по схеме от Светланы Сичкарь. Вышивает Татьяна Бондарь. Татьяна показывает нам, что она вышила в апреле. Салфеточка, я так понимаю. Прекрасное продвижение. Вера Новаторова еще с одним своим проектом. Тигриный поцелуй от Химеры. Вышито полтора листа из 25. У Веры очень хорошее продвижение. Я так понимаю, что это ее новая работа. Начала она ее в апреле. И вот все, что вышито. Корчина Людмила вышивает розы в банке. Посмотрим, что Людмила вышила в марте. Вот такие были продвижения. Банка со стебельками роз. И в апреле у нас появился фон. Очень красивая картина получается. Это уже все, что было вышито в мае. Хорошее продвижение. Схема Ирины Сумароковой «Дама с вуалью» вышивает ее
Людмила Киселева. Итак, в марте продвижения видны, и в апреле. В апреле Людмила начала процесс на другой основе, Конгресс 24, начала его 1 мая. Получается, в апреле не было отчета. Людмила, очень хорошо, красивый процесс. Ждем продвижений. Нимфа и сатир по схеме Марии Кудрявцевой. Вышивает Татьяна Краснова. Очень скромное начало, нескромные работы. Действительно, работа нескромная, но очень красивая. Татьяна, все у вас получится, очень хорошие продвижения. Следующая схема. Фламинго. Автор схемы и вышивальщица данной работы Наталья Пышнограева. Продвижение за апрель. Очень хорошие. Дальше нам Наталья выкладывает продвижение за май и очень хорошо двигается работа. Все, работы кончились. Девочки, всем спасибо за предоставленные фотоотчеты. Надеюсь, что вам понравится данный формат отчета. Всем пока. Желаю вам побольше времени на любимое хобби. С вами была Лена.